Христос воскресе! Мы находимся в Иерусалиме, в храме гроба Господня. Перед нами кувуклия, часовня, находящаяся внутри храма под центральным куполом. Кувуклия сооружена в IV веке над каменной пещерой, в которой было положено тело Иисуса Христа после казни Его на Голгофе. Это самое святое место для христиан. Сейчас середина дня. Мы видим паломников, желающих хотя бы на несколько секунд зайти и прикоснуться к гробу Господнему, место, на котором лежало тело Спасителя. Сотни паломников терпеливо ждут своей очереди войти вовнутрь. Многие фотографируются. И вот прошло 12 часов, и наступил поздний вечер. Я нахожусь около главной святыни христианского мира. Кувуклия, часовня, место, куда была положена усопшее тело Спасителя. Кувуклия в греческом языке царская опочивальня. Эта часовня находится в центре храма гроба Господня. Она высечена из скалы, и внутри находится ложа Спасителя. Внутри два помещения. Первое – это предел ангела, и второе – сам гроб Господня, сам гробница Господня. Кувуклия – небольшая часовня, порядка 6,5 метров в ширину и порядка 8 метров в длину. Сверху находится небольшой купол. Над входом финифти сделаны 12 апостолов. Далее здесь также находится более 30 серебряных лампад, которые зажигаются во время всех праздничных служб. Сейчас ночью в закрытом храме мы имеем возможность так спокойно говорить, и сейчас нет сотен паломников, которые стоят в очереди, чтобы попасть в гроб Господень. Поэтому мы можем спокойно это сказать, рассказать. Сейчас я поднесу камеру вовнутрь, и все мы вместе зайдем и увидим, что же там находится в главном месте, в главном храме. Мы в пределе ангела. И сразу видим мраморный портик, украшающий вход во второе помещение – гроб Господень. Паломники на коленях в эти секунды молятся самым сокровенным. На портике слева изображены жены мироносицы, а справа – ангел, сидящий у входа. Высота портика всего 112 сантиметров. Здесь всегда находятся дежурные монахи. И вот мы входим в святую гробницу Господню, где на ложе покоилось завернутое в пелены тело Христа. Гроб богато украшен иконами, барельефами, подсвечниками. Помещение очень ограниченных размеров, всего 193 на 207 сантиметров. Над входом медальон с датой ремонта кувуклии от пожара 1808 года. Ложа покрыта двойной мраморной плитой. Будем покидать это святое место, намоленное миллионами и миллионами паломников, с надеждой побывать здесь снова. Аминь.